Главная цель президентских состязаний – укрепление здоровья школьников. Спортивные конкурсы и игры развивают интерес к здоровому образу жизни, а возможность соревнования с ребятами из других городов России – повод доказать и показать – в здоровом теле – здоровый дух. Состязания традиционно проходят в 4 этапа – школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. В этом году в региональном этапе приняли участие школьники 65 субъектов Российской Федерации. Спортивный праздник проходит в смене уже в 15-й раз. Самые ловкие, быстрые и выносливые приезжают именно сюда. Здравница за многие годы стала популярна не только в России, в мире. Здесь принимают на оздоровление 5000 детей одновременно. Ежегодно в смене гостеприимно встречают до 15 тысяч юных спортсменов, участников всероссийских, европейских и международных соревнований. Кроме участия в президентских состязаниях, в спортивном многоборье, мини-футболе, плавании, теннисе, игре в шахматы, ребята получают дополнительные знания на мастер-классах, встречаются с именитыми спортсменами России. А еще ребята купаются в море, загорают, посещают экскурсии и концерты. Президентские состязания всегда проходят на высоком уровне. Таковы традиции Анапы. Светлана Авилова, Наталья Пухальская, Александр Кореневский. Анапа-регион.